Всем привет и хорошего настроения. Как я уже говорил, привез я с дачи вот такую гармонь. Это гармонь двухрядка, насколько я понял, или по-другому хромка. Называется она Чайка, просто Чайка. Бывает еще Чайка 2. Производство, видимо, Шуи. Шуя тут здесь написано. Шуйская гармонь, можно по-другому назвать. Вот, была она в довольно плачевном состоянии, бедненькая. Бедолага, я ее, не знаю, стояла в чемодане, вся в сырости, там заплесневела, все, до сих пор из мехов плесенью пахнет. Вот. Фу. И вот, как вы видите, некоторые лады, или как это, голоса, западают. Вот. Я сейчас никакую клавишу не нажал, а она уже что-то петь пытается. Это вот, соответственно, ни на одном музыкальном инструменте играть я не умею, никогда не умел. По причине полного отсутствия голоса и слуха. Вот, в армии-то еще на гитаре пытались бренчать с ребятами на трех аккордах, но это все бред. А вот. И думаю, что-то попробовать на гармошке играть, что ли. И никогда у меня ничего не получалось. Опять-таки, говорю, по причине вот этой отсутствия. Вот. Но тут я посмотрел пару роликов в интернете на YouTube. Потом ссылочку в конце скину. Мне один очень мужичка понравился. И я даже какие-то звуки на нее изучил. Ну, получается у меня извлекать более-менее упорядоченные. Ну, правда, только вот на этой части, на левой клавиатуре, как вы знаете, это вот часть клавиатуры, где 25 кнопок, называются у нее голоса. А вот эта часть у нее называется басы. Здесь три ряда кнопок, их тоже в сумме, по-моему, 25. Вот это вот мажорные, я уже это изучил, мажорные клавиши, а это минорные. А вот это просто басы. И тут когда так кнопки чередуются, я так еще пока не врубился. Бас-аккорд, бас-аккорд. Вот. Это там простейшее было показано, как играть что-то там типа частушек или цыганочки. Но я еще ни аппликатуру, то есть постановку пальцев не знаю. Ни как вообще ей двигать, ни мехами шевелить. Ну что, тоже стало получаться, смотрите. Инструмент такой благодарный к изучению, но вот это уже сложнее, тут надо аккорды брать. Если здесь можно по одной кнопочке как-то запомнить последовательность. Кто знает, подскажите, как играть на голосах. Может получится. Игорь Растеряев мне нравится, как играет на гармошке. Ну, я думаю, все его слышали. Там, комбайнеры, георгиевская ленточка. Вот на такой же гармонии, двухрядке, парень просто жгет. Песен у него немного, но такие, блин, забойные. Ну вот, собственно говоря, все, что хотел вам рассказать про эту замечательную гармонь. Я, кстати, ее даже тут уже пытался починить. Нашел замечательный сайт, где указано, какая клавиша, за какой клапан отвечает вот это. Потому что они у меня половина западали, половина открывали не те клапана.
Может, потом покажу, как это все делается. Разбирается просто, вот эти четыре винта отвинчиваются. Хотя без слуха, без голоса туда лезть, я не знаю, правильно ли я поступил, но хоть что-то она теперь извлекает, да, это вообще какую-то ересь играла. И там куча таких тяг, рычажков, крючочков, и это все настраивается. Если есть, как бы, она есть в интернете, картинка, за что тоже что отвечает, то гармошку настроить на самом деле и играть на ней, попробовать хотя бы. Живой звук, парни. Тут, может, цыганочку, частушечки, да, попробовать. Час где-то занятий привело к такому результату. Это меня без голоса, без слуха. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо.